чем кричать, когда никто не слышит, о чем мы говорим. Мне кажется, что мы давно не живы, зажглись и потихоньку догорим. Пожар, и города похожи на крематорий и базар, и все привыкли ничего не замечать, когда тебя не слышат, для чего кричать? Мы можем помолчать, мы можем петь, стоять или бежать, но все равно гореть. Огромный синий кит порвать не может сеть, сдаваться или нет, но все равно гореть. Светить.